Октябрь. Прекрасный осенний месяц. Во второй половине октября пахнет, как теплый пирог. Согласитесь, друзья. Листва встречает вас своей необъятной красотой. Она зарделась. В октябре мир объят пламенем. Осень последняя, самая восхитительная улыбка года. Зима не за горами, но все же еще мы окунулись в теплые осенние деньки. Осень – пора замечательных даров, которыми мы пользуемся до весны. Яблоки, груши, арбузы, тыквы, сливы, дыни – все на нашем столе. Осень, как горячий ужин, когда с аппетитом съедается все, на что утром с просонок и смотреть не хотелось. Тыква замечательная, полезная. А сколько блюд можно приготовить с нее? Можно просто запечь и с аппетитом скушать как десерт. Можно приготовить прекрасные пироги, печенье, кексы. Приготовим с вами замечательный тыквенный сладкий открытый пирог к чаю. Порадуем своих родных и близких. Посмотрите, друзья, готовится этот пирог очень быстро и несложно. Понадобится просто тыква, немного творога, сахар, печенье, любое. Я беру галетное печенье. Размалываю печенье в кофемолке. Или в блендере. Добавляю масло на ваше усмотрение. У меня 200 грамм. На 200 грамм печенья. Формочку застилаю пергаментом и выкладываю всю массу. Выпекаю 15 минут при температуре 200 градусов. А в это время готовлю начинку. Творог соединяю с пареной тыквой. Высыпаю полстакана сахара, 2 столовые ложки кукурузного крахмала, 180 грамм сметаны, пачечку ванилина. В это время корж готов. Поливаю корж. Сиропом. У меня сироп шиповника. Для пропитки. И выкладываю прекрасную, вкусную, ароматную начинку на наш пирог. Разравниваю по краям, выравниваю. И запекаю это чудо в духовке. А в это время готовим украшения на наш пирог.
вкусный ароматный пирог. Также измельчаем печенье в блендере и добавляем очищенную пареную тыкву. Замешиваем тесто. Посмотрите, какое тесто получилось. Мягкое, замечательного тыквенного цвета. И из этой замечательной массы мы готовим маленькие тыковки для украшения нашего пирога. Тыльной стороной ножа мы просто надрезаем наши заготовочки. Очень просто. От яблока отрезаем хвостик. И этот хвостик послужит нам корешком тыквы. В это время наш пирог готов. Украшаем его и подаем к чаю. Кофе. Приятного аппетита, друзья! Ароматный, тыквенный, открытый пирог готов. Он порадует ваших родных и близких. Всех благ вашему дому! С осенью вас, друзья!